Дальше, вот по периметру вот этого асфальта вот станем чуть-чуть еще больше. Стол сюда поставьте, вот сюда можно стол поставить. Ну, ладно, пусть стоит там. Все, пусть стоит, все, поистине. Да, все, пусть. Вот так обойдите теперь стол. Кто там фотографирует, вдруг и потом скинет. Так, ну что, парни, хочу поздравить вас с Днем Города, с прошедшими нашими соревнованиями. Каждый раз наши соревнования все больше и больше привлекают людей. Ну что, от себя хочу сказать, парни, растете. Как бы так, тренерским составом как бы идется работа по отбору на соревнования по области юниорской. Так что у всех есть возможность попасть туда. Только участвуем на соревнованиях, зарабатываем баллы. Работаем, тренируемся. И так, короче. Ну теперь давайте приступим к награждению. Весовая категория до 55 килограмм. Третье место занимает Уразов Жасулан. Похлопаем. Второе место занимает Тен Михаил. И чемпионом в этой категории становится Тюлин Егор. Второй раз за 2 недели становится чемпионом. Кубок чемпиона. Все, молодец. Так, весовая категория 60 килограмм. Степногорск, Калас, Войнша. Третье место занял Алексеев Алексей. Второе место занимает Серикбай Нурдаулет. И чемпионом в этой весовой категории становится Аширбаев Багдаулет. Категория 65 килограмм. Третье место занимает Ербол Данияр. Второе место занимает Турсунов Жанай. И чемпионом в этой категории становится Дудников Дмитрий. Кубок чемпионов. Категория 70 килограмм. Третье место занимает Макумов Алишер. Грамотно подходить к соревнованиям. Второе место занимает